Привет! Мы находимся в Аксауте, и сегодня начинается наш горный поход по хребту Мастыбаши. Сегодня мы поднимемся под перевал Кызыл-Ауш 1А, и сейчас нас забросила машина. Мы готовимся к завтраку. Самая приятная процедура похода. У тебя в поход пошел? Привет! Good morning! Все подумают, что ты иностранец. Нет, не дождетесь. Сегодня мы поднимемся на озеро под перевалом Кызыл-Ауш. И там у нас будет ночевка. Группа вся замотивирована, бодра, весела и готова к подвигам. Всем привет. Первые 100 метров пройдены. Очень жарко. Сегодня и завтра должен быть самый жаркий день нашего похода. До 30 градусов жары. Четвертый. Отдыхаем. Прошли 2 километра. Два привала, 2 километра. Алексей, ну я надеюсь, ты ускоришь наше движение. Можно попробовать чуть быстрее пойти. Как, Вероник, нормально? Эй, побежали! Остановились вот в таком вот живописном месте на обеденный перекус. Вот уже появился практически перевал Кызыл-Ауш, не категорийный. А нам да, вот как же. Раз вот куда-то туда надо будет уйти на озеро на ночевку. Плотно покушав, мы двинулись дальше. И с каждым шагом открываются все более эпичные горные пейзажи. Хорошо на привале, тишина, но нам еще идти пару часиков. Красиво же? Да классно, классно. Ляпота. Как хорошо без рюкзака. Легкость в теле, в душе. Короче, я тебе, Лех, скажу так. Охрененно неприкольно весить за 100 килограмм. За сотню неприкольно весить. Просто вообще жесть как неприкольно. Короче, если ты весишь больше 100 килограмм, тебе очень неприкольно. Мы вышли к горному озеру. Ну что за красота? У-ху! И слов никаких нету от такой красоты. Хочется вот ее созерцать. Ты был прав. Не ходи сюда. Я тебе видео покажу, этого будет достаточно. Да не, надо ходить, Игорь Александрович, надо. Надо, чтобы созерцать такую красоту, любоваться ею. Потом приехать, всем рассказывать. Всего лишь 6 километров ходу, а подъем сколько? Ну, 1100 где-то. 1100 подъема. Вверх. О, все, смотри, смотри, поплыло, поплыло. Вон кому хорошо. Сейчас мы за собакой следом поплывем. Еле-еле успели поставить палатки наши. И, в общем, усиливается дождь. Первый день. Ну, прям обещает быть интересным. В прогнозе дождя не обещали на весь поход. Ну, как-то так. Горы есть горы. Это просто что-то нереальное. Бомба просто какая-то. Двойная, при том, радуга. Огнище. Огнище! Пока сейчас ребята будут готовить еду, я сейчас бегаю как раз на перевал Кызыл-Ауш, куда-то туда, на разведку посмотреть, как вообще там, как подниматься и как идти. Поднялся немного выше озера. В принципе, читаемая тропа, которая ведет на перевал. Пойду дальше, посмотрю, как вообще там
просматривается выход или не просматривается. Ну, виды, конечно, шикарно открываются. Просто невероятный цирк, который окружает это озеро. И вот там где-то внизу стоят наши палатки. Вот где-то здесь горные козлы бегают. Сейчас каменюку такую спустили. Жесть просто. Вон они побежали. Вон по хребту самочки. Пока я тут шлындал по ближайшим округам, ребята замутили борщ. Просто 15-20 минут. Наши дежурные. Значит, мы... Да, 15-20 минут после того, как закипит. Это, значит, в 15 минут мы начинаем и 5 минут отстояться. Короче, вкусный борщ. Они там про физику разговаривают. Давление, температура туда-сюда. Интеллект у парней большой, могучий. А я купаться. Присядь. Сядь и все. Быстро, резко, сядь и все. Ты что снимаешь? Зараза! Начинается самое прекрасное время в походе. Это жрать. Я чувствую, Леха любит все-таки поесть. Вот я вроде большой и толстый, но я вроде как бы столько и не ем. Лех, я вот куда в тебя столько входит? Я очень много трачу энергии. Короче, они там ты более энергозатратный, а мне кушать нравится. Я люблю это дело. Ну что, ребята, спокойной ночи вам. Спокойной ночи. Все, будем спать. А, да? Ты еще и снимаешь? Вот она, наша первая ночевочка. Я проснулся сейчас ночью, такой выспавшийся, думаю, посмотрю, сколько времени. Я такой, час. Я такой, нифига себе, пендали себе раздал, быстро. Ты храпел, пипец вообще. Я просыпался час. Бедная Вероника. А, и я постоянно скатываюсь туда. Я тоже. Вообще. Это нормально. А так нормально. Привет, Оксаут. Что же тут за красота-то, а? Да. Ух. Доброе. Вообще огонь. Все выспавшиеся, да? Все спали хорошо. Или вам Леха тоже не давал спать? Нам, ну, вначале вы там шуршали своими скрипучими матрасами. Вот. А потом было все хорошо. Вот. Матрасы чьи были? А ты жалуешься. Матрасы были чьи? Китайские. Китайские. Ага. Матрасы громче меня. Что ты, да, вообще, ты вообще придумал что-то, Леша? Рюкзаки собраны, место убрано, приведено в первоначальный вид. И мы стартуем на перевал Кызылауш Южный Одина. Оптимисты все, оптимистичные. Сегодня у нас вид на жизнь. С утра. Нам вот как раз вот. Вот, вот сюда, где палка показывает. Какая красота. Офигенно, да? Просто. Иди сюда, тебе папа. Иди сюда, иди сюда. Тут красивее. Смотри, тут просто вообще открываются виды. Вид достойный настоящих джентльменов и дамы. О, Алексей Вениаминович карабкается. Игорь Санычу передает привет. Говорит, смотри, Игорь Саныч, как я умею. Вес рюкзака 22 килограмма. На перевал поднимаемся в касках. Сыпят иногда камни. Плюс вчера вечером бегали туры. Из-под них прям вылетает очень здорово. Вот. В общем-то, каски на этом перевале
обязательно нужны. Выход на перевал Кызылауш проходит под этой скалкой. Надо ее обойти снизу и потом свернуть направо в районе вот этих вот камней. Может быть, чуть выше, там надо посмотреть. Ну вот мы обогнули скалу, которая под нами. Вышли и траверсом сейчас подходим, проходим под этими скалками. Вполне нормальный подъем. И здесь уже, вот он, виден отсюда перевал. Сейчас сделаем привал. Ну что, привал! Вы этого достойны! Улыбайтесь шире! Что, тяжело, что ли? Да не верю я! Ну что, как вы тут? Да вы вообще капитальные красавчики, просто как жарили. Жарили. Посмотрели красоты сверху, огонь, пофотографировались. Да. Сделали селфи в Инстаграм. В общем, все круто. А отсюда открывается вид на Малую Марку. Вот, вот она, эта вершина. Николай Борисович, тебе привет. Анюта, Лена, штурман. Вот прямо она прекрасно видна. Просто вообще виды суперские. На высоте 3000 рюкзак становится на 15% легче. Потому что поэтому идти легко. И воздух легче тоже становится. Поэтому легче дышать становится. Да, легко дышать. Поэтому двигаемся на лайтур. А, тут еще заряд ультрафиолета. Витамин D, концентрированный просто, а в кровь сразу впрыскивает. Да, адреналин. Поэтому вообще красота. Игорь Александрович, поднимайся сразу на 3000, не парься там. С ночевками, вот с этими палатками, да. Там. Здесь нормально. На трешке нормально. Сильно только не газуй. Ну вот и вышли на перевал Кызылауш Южный. Один А. Хороший, качественный перевал. Честная единичка А. Прям приятная такая. Доставляет удовольствие. Вот оно, озеро. Вот оно, озеро. Ледник. Просто пушка. Ура, мы поднялись. Снимайте рюкзаки. Да, регион просто сказка. Два дня, людей никого. В туре записки тоже никакой нету, хотя тур и сложен. Нам сейчас по вот этому склону вниз. В принципе, склон нормальный, единственное, что живой сыпет. Должны были подойти к этому озеру, переварить через гребешок и уйти там по каскаду озер и водопадов. Но что-то я смотрю, что там довольно-таки неприятный подъем, поэтому мы уходим в это ущелье. Но чуть путь у нас получится длиннее, на пару километров. Ну, ничего страшного. Так, всем красиво. Кызылауш Южный, высота 300. Все, сейчас покушаем вообще, что мы сюда шли, только кушать. У тебя есть слова? Нет. А у тебя? 11:50, начинаем спуск с перевала. Привет. Практически спустились вниз. Осталось, наверное, 1/3.
Ну что, ребятки, мы прошли перевал, единичка, и я вас поздравляю, вы вообще просто капитальные красавчики. Вот. Лёх, у тебя штаны сзади шоколадные. Угу. Вера, вообще молодечек, справилась, умничка. У меня пульс 115. 115, да? Ни нагрузка, ни адреналина для тебя, ни нагрузки не было. Надо будет исправиться на следующем перевале. Ну, в одном месте я, конечно, скользанул. Нет. Где под ногами опоры не было, на локтях залез там. Мы шли между вот этим клыком, жандармом, и как раз вот этим гребнем. Прямо вот здесь вот спускались по линии падения воды, по турьим тропам, немножко траверсами. Спуск нормальный, камни сыпят. Ну, надо быть предельно аккуратными и осторожными. Перевал у Кызыл Ауш, Южная Двина. Шлем наш пламенный привет и двигаемся дальше. На лайтах. Какое невероятно красивое озеро! Синий-синий цвет. Просто что-то. Как вам это озеро, а? Илохин, идем фотографировать. Идем фотографировать. Ты как, Вероник? Бодрячком? Ага. На сколько процентов? Понял. Я спрашиваю. На 3. Пришли на озеро, и оно прям манит, манит к себе. Вот такая вот красота. Готовимся к обеду. И обедаем. И обедаем. Все, огонь. Ух ты! В рот мне ноги. Как душа в бане. Хорошо в деревне летом. Ух! Блин, тапки слетают. Блин, тут глубоко. Бомба! Все, я обнулился, всю усталость как рукой сняла. Все. Вот ради этого надо было сюда прийти. 100%. Короче, что могу сказать? План сегодня будет выполнен, я это чувствую уже. Ты подтверждаешь? Вообще энергии. Десятка смотрю. Но там такой же нет. Ой, хорош вообще! Трусы лови! Тапок! 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 Огонь вообще! Че вот это вот мелочиться, да? Надо сразу! А, красавчик вообще! Хорошо перекусив и прям очень душевно отдохнув после перевала на озере, отправляемся дальше в путь. Цель сегодня у нас спуститься в долину реки Маруха, ну и подняться вверх по реке настолько, насколько сможем. Какие-то нереальные тут у нас открываются пейзажи, захватывает дух. Это нечто. Все ниже и ниже мы спускаемся. И вот уже внизу видна долина реки Маруха. Даже просматривается дорога. Очень красивый регион. Ну что, готовы? Идемте. А я не готов.
Не одел еще рюкзак. Ты помочь? Бабочкой залюбовался. Мы спустились в долину реки Маруха и просто восхищаемся красотой, которую созерцаем перед собой. Солнечные лучи, облака, пасущиеся лучи. Красивое ущелье. Хи-хи-хи! Сегодня тяжелый вечер выдался. Вот только сейчас руки дошли до камеры. Пошли по карте до моста на ферме Молзаводе. Старый, уже его не существует. В итоге моста нету, налазились, намесились там грязи, устали. По ночи пришли, уже вот поели, попили чаю, и часть людей, конечно, пошла спать. Сейчас вот Леша подойдет с дочкой, посидим, еще пообщаемся. Но при этом, у нас сегодня костер. Ну, расскажи. Спасибо тебе большое, что ты нас вытащил. Это еще рано говорить. Мы еще не вернулись. Ну, еще рано об этом говорить. Скажем, на этой стадии мне все очень нравится. А как тебе перевал сегодняшний? Ну, я переживал. Переживал? Немножко. Волновался? Я немножко переживал. На спуске или на подъеме? На спуске. Не знаю, но я ж не за себя переживал. Ты не за себя переживал. Вера, я тебе скажу, просто капитальный красавчик. Доброе утро, Маруха. День номер 3. Сегодня решили никуда не торопиться, немножечко отдохнуть и полюбоваться Марусским ущельем. Доброе утро. Утренняя роса, утренний холодок, утренний туман. Как спалось? Спалось замечательно. Лучше, чем сегодня ночью, вчера ночью. А вчера тоже хорошо спалось. Молодец. Я плохо спал вчера, а сегодня хорошо. Я уже прогулялся, намотал 700 метров, вернее, 700 шагов. Нормально, хороший старт, как ноги. Все хорошо. Ну, что-то ты лукавишь. Нет, ноги нормально. Ходят, да? Ну, хорошо. Сбор лагеря. Сегодня пройдем буквально чуть-чуть и отдохнем. Решили изменить программу нашего похода и сделать такую полудневочку. Лагерь практически собран. По-моему, ждут только меня. Да, вот мое полотенце, мой рюкзак и все мои вещи. По коням сказали рюкзаки, и мы отправляемся дальше в путь. Местные собачки к москвичке пристают. Все хотят подружиться с москвичкой, потусить с ней. Все, пацаны, оставайтесь, давайте, пока. Ух ты! Каньон какой, а! Мощный! Очень красиво, да? Да, вообще бомба. И здесь просто открывается потрясающий вид на долину Марухского перевала. Просто что-то нереальное. Кто не видел, тот не видел. А кто был здесь, тот был и видел это все. Давай! Раз, два, три!
пошутил. И уносит меня, и уносит меня, звенящую. О, это бомба! Купание у нас сегодня с Алексеем в реке Маруха. Просто в самом, наверное, живописнейшем месте Зеленчукского района. Выше, выше уже купаться вообще запрещено. Там вода прямо из ледника. Еще и граница к тому же. А, да, и там еще и граница. Все, похоже, только мы с тобой опять вдвоем готовы переть куда-нибудь. Класс. Класс, да? Вот это... Вообще огонь. Да неправильно! Вероника, не так делай! Куда ты в этом? Хорошо! Лицом в ту сторону! Ну куда ты где? Лицом в ту сторону! Да не так! Да нормально! Да какая разница, кафуйте! Ногами взад, да, и плывешь! Мама! Вперед, плыви! Потихоньку поднимаемся наверх, и нереально крутой открывается пейзаж на Маруську долину. Просто захватывает дух и переполняет эмоции. Вот уже до выхода с подъема остается совсем немножко. Ребятки упираются. Каждый маленький шаг приближает нас к нашей цели. Просто какие-то восхитительные виды. И жарко, конечно. Жара долбит. Спасает только красивые пейзажи. И все. Выбрались наверх. Снизу ползут облака, закрывая соседний хребет. Какая красота! Облака, вот они! Их сейчас можно будет потрогать руками, открыть рот и съесть вот немножечко этих облаков. Завидуйте нам! Облака тебе в рот! А? Облака тебе в рот. Облаками не в рот? Да. Главное, чтоб не банан в чай. Алексей, когда я оказался здесь, в этих облаках, я сразу понял, для чего родила меня моя мама. Круто, да? Одиннадцать километров сегодня пройдено, день третий, и встали просто на красивейшую стоянку. Вот она, ребята отдыхают, тяжелый день сегодня был, вчера тяжелый, сегодня на тяжелый. Лайтах. Да, на лайтулях. На нас опустился такой густой туман. Стало холодно и зябко. Бррр. У нас сегодня на ужин суп-харчо. Вот так вот. В таких пакетиках, в такой кастрюле. Будет очень вкусно. Ужин готов. Приятного аппетита! Спасибо. 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 Суп-харчо, хумус, сыр, колбаса, сгущенка с печенькой. О чем еще можно мечтать? Ну, наверное, только о звездном небе. И вроде как погода проясняется. А мы приготовились к очередной ночи в замечательной палатке с замечательными ребятами. Вот они Лёпа. Спят. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Они почему-то ругаются на меня, когда я на них свечу.
Доброе утро, Маруха. Ночь сегодня была немножечко тяжелая. Шел дождь, ветер дул. И сейчас у нас идет подготовка к завтраку. Так, у нас сегодня что? Пшеная каша с инжиром и орехами. Ммм, как вкусно, уже кушать хочется. Сходил, умылся, и жизнь налаживается. Особенно в той стороне. Голубое небо, светит солнышко. Сейчас палатки подсохнут. Кофеек подходит. Рано я порадовался, что погода улучшается. В общем, гремит, все сверкает. И, блин, похоже, мы сейчас встрянем. На лайтах. Приключение. Вот уже и начал дождь накрапывать. Маруху он уже закрывает. Ливень. О, все, капает. О, находит. Давайте срочно. Еле-еле успели заскочить в палатку, и началось такое. Ух, мамочки. Че, как вам в горах? А тебе? Что-то новенькое. Не хотелось бы, честно говоря, этого новенького. Палатку-то мне нести мокрую. Будем сидеть ждать, когда пройдет дождик. Ну вот и переждали дождик. Вроде погодка опять налаживается. Здесь появились голубые. Голубое небо появилось. Идут белые облака такие, вроде как нормальные, адекватные. Ну а нам вон перевал как раз виден. Нам туда. Временами наскакивают тучки. Капает дождик. Надели чехлы, но так в целом день приятный, не жарко. Прохладный ветер. И, как всегда, потрясающий пейзаж. Совсем рядышком с нами перевал Хадюка, не категорийный. Довольно-таки простой и красивый маршрут к нему со стороны долины Маруха. Перевал Хадюка. Ну как, легко же было? Решил немножко пройтись к вершине, вон туда. Ух, что за виды открываются. Ух, высота захватывает. Вот она, вершина. Это просто потрясающе. Ух, футболка с лифчиком, что ли? Что это за дела такие непонятные вообще? Озеро Баймарзеркёль. Что ж такое-то, выговорить его не могу. Вид, конечно, классный. И озеро красивое. Надели рюкзаки и начали спуск с перевала Хадюка. Вон наша Фаина Алексеевна, москвичка. Собачки зовут ее. Все хотят подружиться с москвичкой. Вероника, в твоей вот жизни уже было буквально за прошедшие 4 дня 2 перевала. Категорийный единичка и некатегорийный. Какой тебе больше понравился? Вот по эмоциям, по впечатлениям. Я понимаю, что это... Откуда спускались? С Кызыла уж, спуск, да? Вот, а подъем тебе там как? Тяжеленький. Тяжеленький. Ну, подъем он везде тяжеленький. Даже и здесь он как бы легким не совсем был. Ну что, я тебе скажу, ты на правильном пути. На перевале познакомились с пастухом Идрисом. Он нас накормил, напоил вкуснейшим чаем. И потихоньку
решили спускаться вниз, долину реки Аксаут. А впереди как раз вот здесь вот перевал Уручат, и за ним виден пик НПИ. Ребята, вам привет, Николай Борисович, Саша, штурман. Все как мы любим. Сон на свежем воздухе. Вот что активная животворящая нагрузка делает. Сам бы, честно говоря, подремал, если б идти не надо было. Остановились на небольшой привал. У нас тут просто вид на шикарные водопады открывается. 8 метров? Водопад 8 метров? Ну да, похож. Что за мощный водопад? Сейчас отступаемся. О, веет просто холодом от этого водопада. Это полное обнуление. Дайте мне рюкзак и еще один перевал. Вероника! Вероника! Давай, Вениаминович. Красавчик! Что там, привет Игорь Санычу надо передать? А, Игорь Саныч. 25 января, крещение, отдыхает. Искупались в водопаде и тронулись дальше. Осталось совсем немножко до нашей финишной стоянки. Водопады очень порадовали. Да и вообще в целом очень приятно наблюдать, как уважаемые 40-летние мужики радуются, как дети в водопадах, в реках. Это вызывает лично у меня только улыбку. Ну вот и скинули мы свои рюкзаки у реки Аксаут. Вон она журчит. Просто в неимоверно красивейшем месте. Все, завтра за нами приедет трансфер и отвезет нас в Кишкет к нашим автомобилям. Маршрут получился не тот, который был спланирован изначально, но тем не менее насыщенный и интересный. Окончен, утренний кофе выпит, пообщались, поговорили и ждем транспорт, который нас заберет. А здесь вот такая вот картина.